Хотела бы я жить в мире, где жизненный опыт считался бы образованием. К черту их. Кого? Людей с дипломами, с их шикарными домами, которые называют детей как фрукты и взбираются на Килиманджаро. Звонила какая-то женщина по поводу собеседования. О боже, Фрэнклин и Кларк? Ваше резюме впечатляет бизнес-школа Уортон. Простите, что? Видели бы вы ее страничку в Фейсбуке. Что за страничку? Обама? Я создал тебе новую личность. Ты хотела быть крутой, так я добавил тебе красок. А? Женщине ваших лет трудно найти работу. Посмотрим. Ого, это мой офис? О боже, не путай страничку в Фейсбуке с тем, кто ты на самом деле. В тебе всегда был потенциал. Тебе не хватало уверенности.